Nokia 1680. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 1680». Стандартными причинами неисправности или некорректной работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Меняется дисплей несложно. С обратной стороны дисплей с помощью коннектора соединен с системной платой. Пластмассовой лопаткой отсоединяем коннектор дисплея. Далее, той же лопаткой, мы отщелкиваем фиксаторы металлической рамки по бокам системной платы. Затем металлической лопаткой извлекаем дисплей из металлической рамки. Новый дисплей вставляем в рамку и прижимаем пальцем до защелкивания фиксаторов. Далее прикладываем плату к металлической рамке дисплея, защелкиваем ее и подсоединяем коннектор дисплея. Все, дисплей заменен.